лепешки выходного дня. Вкусные. Там внутри варенье. И вот эти вот такие глиняные семечки. Во, получается вкус немножко ореховый. Ореховый, с другой стороны варенье. Интересное сочетание. Да, мне нравится. Такие. В общем, есть кислинка, потому что варенье смородина. Получается кислый вкус. Да. А ореховый вкус дает глиняную семечку. Да, получается. И сахар. Ну, в общем, как там кто-то добрый, умный сказал, что должно быть 4 вкуса. Сладкий, соленый, кислый и немножко горький. Поэтому тут 2 вида муки. Пшеничная и ржаная. Ржаная придает горечь. 4 вкуса. Это минимум. Минимум 4 вкуса. А, выглядит, конечно, странно, но на вкус они вкусные. Так, я просто... Мне нужна вторая рука. Так как второй руки нет. Вот она. Да, камеру GoPro на лоб надо привесить. Тогда будет легче переворачивать. О, получается. Так, на самом деле они вкуснее, чем в прошлый раз. В общем, ржаной муки надо меньше. Основная мука должна быть пшеничная. И немножко добавлено ржаной для горечи, чтобы была горчинка, но не сильно горькая. И сахар. Сладкая, горькая, кислая и ореховая. И немножко соленая. Но все в меру. И 2 яйца. Это кулинарный шедевр.